Всем привет! Вы на канале Бумажные обзоры. Мы продолжаем распаковывать сюрпризики. Сегодня у меня для вас две новиночки. Это лесные жители и вот такая вот коллекция мышки. Пакетики в форме сыра. Их будет 5 штук. Давайте сразу отберем какой-нибудь один. Или будет год мышки, или же крысы. Лесные жители возьмем один пакетик, например, первый. Холодное сердце осталось 2. Возьмем, например, вот этот пакетик. Юные титаны вперед. Возьмем желтенький. Варежки. Осталось 2 пакетика. Заканчиваются Санта коллекция. Леденцы возьмем из серединки. И мишки Опи возьмем, например, тоже верхний. И начинаем нашу распаковочку. Каталог выглядит вот так, кто еще не видел. И он уже довольно толстый. И начнем мы давайте с коллекции Санта, потому что она первая мне открылась. Здесь попадается нам вот такой вот Дедушка Мороз. Просто совсем скоро будет Новый год. Ура! Циферка 1. Ну, так понятно, что клеить его нужно вот сюда. Приклеиваем. И вот такая коллекция у нас получилась. Посмотрите еще раз повнимательнее и поближе. А следом идет коллекция леденцы. Вот таких 3 зверюшек мы уже собрали. Они вот так вот блестят, потому что покрыты скотчем. А сегодня открываем следующий пакетик. Здесь попадается леденец в форме лягушонка. Вот такой зелененький. И открыть его тоже будет очень легко, точнее, снять вот эту пленочку и наклеить. Цифра 5. Клеим сюда вот вниз. Далее, так в эту сторону пойдем. Здесь была девочка-вампир, бантики. По-моему, здесь уже все открыто. Нет, тут варежки еще остались. Сегодня предпоследняя. И попадается нам половинка, точнее вторая пара вот этой вот варежки. Циферка 8, как уже вы догадались. Наклеиваем. Получается, что здесь, когда две варежки рядом, то получилось вот такое сердечко. Вот такие вот варежки. Также у нас еще уже собрались почти все пары, а этот будет 1. То есть осталось найти пару для вот этой варежки. Следующая наша коллекция — это юные титаны вперед. Вот такой желтый пакетик яркий на сегодня мы выбрали. Здесь попадается вот такой вот робот. Напишите мне его имя. Цифра 5. Он идет вот сюда, вот вниз. И в следующий раз тоже закончится уже эта коллекция. А теперь холодное сердце. Анну и Эльзу мы уже собрали. Осталось 2 персонажика. И в этом отобранном пакетике попадается снеговичок Олаф. Вот так вот он выглядит. И номер у него 3. Клеим вот сюда. Если вы уже догадались, какой персонажик будет здесь, то тоже можете написать. А потом завтра проверим ваши догадки. Теперь мишки Опи. Такого вот мишку мы уже собрали в прошлый раз. А сегодня нас ждет еще один мишка. И выглядит он следующим образом. Вот такой мишка, читающий книжку. Сидящий на диване. Цифра 1. Тоже в виде наклеечек. Отклеиваем. И он идет на свое место. В нашу коллекцию. В наш каталог. Тут были мишки, а здесь мышки. Это новая коллекция. Вот такой вот сыр, в котором внутри лежит какая-нибудь мышка. Точнее, сидит и кушает этот сыр. Открываем. Здесь вот такая вот сидит мышка или крыска.
Как вы думаете? Она новогодняя, в новогоднем костюме, с такой вот звездой, которую она, наверное, хочет повесить на елочку. Цифра 4. Вот так. И дальше последняя на сегодня коллекция – это лесные жители. Все коллекции, конечно, заказываете вы, но некоторые я делаю сама. Вот такой пакетик сегодня мы выбрали с лисичкой. Точнее, они все у нас с лисичкой, а внутри сидит вот такой вот зайчик. Лесной житель. Циферка 2. Двойка почему-то у меня здесь вот в самом низу странички. Ну ничего, вот сюда идет наш зайчик. Вот так мы его наклеили. И осталось совсем чуть-чуть до конца каталога. На сегодня наша распаковочка закончилась, но еще приветики, которые у меня в таком блокноте. Посмотрите, вот здесь начинаются сегодняшние приветы, которые я еще не успела передать. Всем-всем вам их передаю и спасибо за просмотр, спасибо, что вы с нами и смотрите наши видео. Вот еще приветики, их собралось много, потому что вчера я не выкладывала видео. И вот еще приветики. Всех-всех вас люблю. Спасибо за просмотры. Заходите еще на наши видео. Следите за нашими новиночками. Впереди еще будет много коллекций. А теперь все. Пока-пока.